Всем привет, с вами Бартоломео, и мы продолжаем. Какая у нас серия? Третья. Всем привет, с вами Ангел. Всем привет, с вами Ангел. Привет, с вами Бартоломео. И Жанна. И Жанна. Жанна сегодня вместо Капса. Кап сегодня устал, непонятно где. Да, конечно, шахтер уже которую серию. Кап сегодня в шахты. Нет, мне тут нравится. Чем мы сегодня займемся? Ангел, шахта. Для начала давай придумаем мне сундучок, в который я буду кекать. Да, я уже придумала, побежали. Побежали как-то ты. Бегу. Бегу. Зачем мы круг бежим? Потерялась я. Так, ко мне в комнатку, да, как я понял? Конечно. И... А, ну отлично, прям никуда даже уходить не надо. Ну да. Я, значит, туда все складываю, все, что у меня есть, а ты уже по местам будешь раскладывать. Да, я уже по местам потому что, чтобы тебе удобнее, мне-то добежать. Да. Ну, можно между серий будешь раскладывать, можешь в сериях, не знаю. Да. Так, а второе действие, я хочу скрафтить золотую сумку. Ура. Мне. Нам. Я думаю, что мы всем скрафтим золотую сумочку. Ладно. Так, сколько тут предметов, вот она, сумка. Отлично, у Барта стоит чит-мод, и он может доставать любой блок, представляете? Поэтому я мы сумку утопим. Бедная сумка. Так, мне все-таки нужно рецепт ее посмотреть, вот. А рецепт у нас легкий, нам нужен золотой блок и шерсть-сундук. Так, я выбираю плавить золото, не знаю, чем вы занимаетесь. Я добываю золото. Инга? Шерсть. Я? Шерсть. Инга, найди шерсть где-нибудь. Можешь со стульев соскребсти? Тут есть. Нет, не трогай стулья, они есть. Коврики есть на столах, я не знаю. Да, коврики не трогай. Надо нам овечку прикупить. Что за... И куда-нибудь ее это... Не, я знаю, у меня наверху есть шерсть. Я быстро сгоняю. Сколько тебе надо? Много. Много это сколько? Ну, не знаю, штучек... Две штучки? 10, 4... Сейчас скажу еще раз. 4 на одну сумку нужно будет. Нам по идее 3-12. О, ребят. У меня 14. Ребята. А без разницы какого это цвета? Это тебе надарили. Да, без разницы. Капси что? Там день, ночь. А я не знаю, я все время, я уже которую серию в подвале в каком-то нахожусь. Знаешь, тут очень уютно, мне нравится, я и поэтому не выхожу. Все, не выходим. Дерево, если что, разберем. Там много. Руда, золото, все. Так, Барт, что еще? Шерсть? Все. От меня только 6. Остальное я скрафчу. Я, кстати, сейчас покажу опять супер-мега-способ 228 быстрого крафта. Нужно будет посмотреть потом. Самому интересно. Да, мне тоже интересно. Нужно просто все ингредиенты положить в инвентарь и пару кликов сделать, и у вас а-ля... Вуаля? Вуаля? Кекалки Барта. Так. Я пока золото собираю. О, золото, у нас с золотом проблемы. Не, есть золото. У меня 9 штучек точно. Давай, неси сюда, бегом. Подождите, ну, тут смотри, интересно. Золото у меня тут нету, а в этом я залез, нету тоже в сундуке с рудой. Только если у Капса будет там. Подарочный? Нет, подарочный не будем трогать, у меня есть. Ну там сколько там, 10, 20, 3 блока. Считайте сами. Иди сюда. Чего, куда? Стой. Так Капс, наверное, накопал. Давай, сейчас Капс... Хопа! Ну, это не золото. Ты добыл! Капс, ну ты прям... Не черта себе, сколько ты всего. Капс, ух ты. А где курица? Где ты там курица нашел? Я пошел в шахту. Ты выбил голову зомби? А я фул. Ой, палка. Нормально. Всем пока. Ты выбил голову зомби. Так, кекалка Барта, возьму-ка вот эту штучку. Чем мне нужна палочка? Хорошо, что они не спрашивают, почему у меня столько верстаков. Тихо, да, Капс, не подслушивай. Ясно, все. Один, три. Ну у меня тут... Это вы подарили, да? Да, конечно. Так, вы о чем сейчас? Кекалки Барта опять заполняются. Так, все, всем пока, я пошел дальше. Куда? В шахту. Какую? Там много всего, я в шахту.
А я предлагаю скрафтить еще одну печку. Крафтите? Это почти похоже на крафт печки, но нет. Наконец-то есть факела. Наконец-то могу зарыться. Кому что принести? Не знаю, мне по сути только эссенции нужны будут на разные эти штуковины и все. А мне алмазик, я хочу шлем. Инга. Зачарованный на подводное дыхание. Зачем? Не знаю. Плавать в бассейне? Пойду плавать в бассейне. Нормально? Нормально, да, хорошее решение. Пойду нырять. Есть. Ну, кушать. Заправим. Я жду сумочку. А, так это, нам нужен этот мерчерит, или как ты мне сейчас скажу? Чморит? Да, чморит. Чморит? Нужно? Обязательно, все нужно. Вообще, все нужно. Если еще найдет кто-нибудь орлимит один зелененький, то можно будет вторую кирку сделать, такую самую мощную. Я же находил, стоп, 4 штучки я их выкинул, по-моему, нет? Так я тебе говорю, на еще одну кирку. А еще одну? Угу. А так было, по-моему. В руде надо посмотреть. Нет, я оттуда уже уносил. А, ты уносил? Привет, Крипер, пока, Крипер. Привет, Крипер. Он взорвался. А, здесь есть реалмит, да, а не орлимит. Так, у меня уже... Орлимит я Барту скидывал. И сундука надо сделать. Сейчас сделаем сундуки. Сундуки есть у меня. Да я сделаю. Он сейчас со склада стоит, ты что? Не-не-не, я уже сделал. Какого такого? Слушай, а чего у тебя так много верстаков? Ну, какие верстаки? Я сейчас быстренько сгоняю к себе. Беги, Барт, беги. Нет, ты лучше шерсть дай мне. Я положила в сундучок. Куда я кекаю, туда? Да. Угу. Вот, получается по 4 на каждую. О, Инга еще для какого-то новичка, походу, 4 принесла еще лишних шерсти. Ну а вдруг у тебя не получится? Вдруг запоганишь? 9. По 3 нужно на каждую сумку, правильно же там? По 3. Угу. И блоки. Я потом крафт подсмотрю. А вот кто-то у нас без сумки будет. Это давайте капс. Ну ладно. Капс, я тогда потом докрафчу. В общем, как крафтить очень быстро вещи? У нас все ингредиенты есть в инвентаре. Мы находим в ней любой рецепт, который нам нужен. Например, это сумка та же самая. Так как сумка требует верстака, заходим в верстак. Зашли в верстак, нажали на рецепт сумки буковку R английскую. Тут есть вопросик такой. Шифтом нажимаем на вопросик. И у нас, если есть все ингредиенты, он сам все выставляет. И опять шифтом забираем. Все. То есть, если быстро что-то крафтить, это прям, оп-оп-оп. Ну, вот сейчас пример покажу, сундук тот же самый. А что осталось для сумки? Зоита. Сколько? Сейчас скажу, 9. Блин, мне еще 6. Ну вот. Ладно. А, вот еще есть. Сейчас я быстро-быстро скрафчу сундук. То есть я беру... Тебе для этого нужно 4? Вот, хренак. 4 верстака для этого нужно? Нет. У меня теперь 17 сундуков есть, пока показывал, как крафтить очень быстро. Ну, на склад пригодятся. Да. И спасибо. Сумку держи. Держи сумку. Ура! Можно ее открывать. Сумочка. И она добавляет огромнейший просто инвентарь. Здорово! В который мы можем складывать любые вещи. Но еще самый прикол. Инга, дай, пожалуйста, свою сумку. Ага. Смотри. Берем сумку Инги. Открываем ее. А, там есть уже книжка и палка. И открываем мою сумку. Открываем и кладем сюда сумку Инги. И все? Ты поняла? И вот тебе склад. Можно в инвентаре... Да! Я не знаю, очень много блоков. Вообще, можно весь дом ваш собрать и положить вот в такую маленькую сумку. То есть это вы можете купить сильверку, сделать эти штучки и все? Не париться? Класс! Что? Ангела, смотри, можешь отдать мою обычно. Сумку, пожалуйста, свою вытащи оттуда и эту отдай. Не, ну это реально хорошо же, сильвер. Здорово. В принципе, можно. Вот сумочка, конечно. Да я гений. Ну, если уж на то пошло, капс, то и в веб-шопе есть эта сумочка. О, даже так. Даже так. Барт, давай ответим на наболевший вопрос, почему не крафтится автокликер, где его можно взять? Капс, это другой сервер. Ну и что? Меня очень часто достают этим вопросом. Я уже не могу отвечать на него. Капс. Ну ладно, потом как-нибудь.
Так, я буду крафтить следующий рецепт. У нас был... А я не помню какой. Я пойду посмотрю, может у нас там выросло что-то? Подожди секунду, я с тобой пойду. Пошли. Иду. Нам нужно ведро. 4 ведра нужно с водой. Есть такое у нас? Есть без воды. А, я приготовила, вот, я поставила. Три, у меня есть, у меня 3. Нет, есть. Я в сундучок туда поставила, где растения. Ну, я не трогай бассейн. Там хлорка. Вот, да ладно, какая разница, вырастет нормально все будет. Побежали. Так. И сейчас, а, сейчас еще поем, пока тут буду спускаться. А, выросла! Смотри! Ну, одна только выросла, это очень мало. Ну. В общем, вот эта стадия, это самая последняя, значит, что мы можем уже срубать растения. Сейчас я покажу. Так специально уберу все лишнее. Вот. Мы его просто ломаем, из него выпадает что-то. То есть что-то это 100% выпадают семена, которые мы заново садим, и выпадает эссенция. Но еще может нам повезти, может выпасть еще один, ну, одно семечко. И таким образом можно будет их распространять. Ух ты, здорово! Вот такая вот коалэссенция выпала. Но мы ее положим в сундук. Таких нам нужно накопить 8. Да, и тогда у нас будут новые рецепты. То есть там рецепты появятся, кости выращивать, там еще что-то будет. Ну, я точно не запомнил еще. Будем делать. Так, берем опять наш волшебный камень. И по-любому делаем вот эти шарики. Вот, сделал я 64 шарика. Это совсем мало на самом деле. Давай землю выращивать. Ты как думаешь? Раз. Землю? Угу. Я же скидывал землю, нет? Так, 2. Есть. И ведра, да, с водой. А еще ведра с лавой можно будет сделать. Так, 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 так. О, да. Вот так. Будем капсик там у лавы. В разные места садить или как? Вам лаву собрать? Ну, 4 ведра с лавой нужно будет нам. Кстати, да, давай, может, вместе сначала хотя бы секторами, чтобы видно было отдельно так, ну, а потом хорошо. Уже без разницы. Так, вот тут у нас будет расти земля. Ну, как бы расти будет растение, но на самом деле там земляная эссенция. Ух ты. В этот угол я посажу водную эссенцию. Ну, она одна, потому что ведер мало, все дела. Можно хорошо. Будет потом вниз спуститься. Я сейчас наберу лаву. Я скрафчу только. Давай. Какой у нас дизайнерский огородик вообще, я вам скажу. Где? Вообще. Какой-то погреб, честно. Я пойду подумаю. Так, посмотрю я еще, какие у нас остались. Остались у нас... Уголь мы посадили. А, разноцветный еще нужно посадить. Я же забыл. Красители нужны. Где красители? Я их выложил где-то. Побежали. Жаль. Ты думать? Да. Я понял. Я подумала. А что решила? Решила, надо идти за красителями. Красители? Я даже знаю, где. Где? В сундучках у нас. Фигня. Мы же... Нет. Как? Не нет. Агуи. Ау, агуи. Ау. Агуи. Агуи. Нам нужно еще. Смотри, семечко. Можем из кактуса сделать, да, зеленый? Нет, из кактуса рано еще. Нам нужно еще будет пшеничка. Знаешь, что мы неправильно сделали? Нам нужно было выращивать ее вначале. Пшеницу обычную. Косточки. А, да, да, я сейчас сделаю тогда. Сейчас. Так, у нас же есть костная мука. А где она? Ее кто-то забрал. А, да. Почему-то она у капса. Че, капса? Я пустой. Сразу капсу, вот так вот. Может быть, Барта забрал? У Барта в сундуке. Инга. Ау. Ау, привет, капс, ты вернулся. Ого, что это, капс, с тобой? Да, кстати, у тебя, Барт. Да? Ага. О, отлично. Капсик, походу, у нас остановился подумать. Капсик. Ты не там. У нас же есть специально... Уголок думальщика. Так, оп, оп, оп. Все, можно срубать. Во, вот так, так вот это хорошо. Вот. И что, и зачем? А мне же семена пшеницы нужны, чтобы новые выкладывать. А?
Знаешь, там одно семечко тратится в любом случае. То есть я потрачу сейчас... Каждый раз тратится одно семечко, ясно, поняла. Может, ты неправильно сложил что-то. Ну, почему так плохо, Барт, а ты почему неправильно сложил? Ага. Самый прикол, что тут можно было просто или какавинки, или лазурит. Лазурит есть. Стоп, зачем лазурит? Что-то я совсем запутался. На первый уровень лазурит. Лазурит же отдельно выращивался там. Или там тут разные нужны. Что-то у Барта не сходится. Я вот смотрю, по картинкам белого нет. Светлый, с лимонный, лазуритовый, чернильные мешки, какао-бобы. Лазурит есть все-таки. Странно. Ладно. Нужен лазурит? Ну, не то чтобы нужен. Я сейчас взял с собой все, сейчас будем разбираться. Давай. Что-то не то. С белым он не хочет. Может быть, белого слишком много? О, кап сдвинулся, смотрите. Пошел думать в другое место. Бедный капчик. Так, ну давай попробую с лазурита сложить сейчас опять то же самое. Мне кажется, не будет. Магический четверной верстак? Надо походить по дому будет, посмотреть. Может, что-то пропало? Давай попробуем вот так. О, получилось. Странно. Странно, странно, странно. Ну ладно. Я бегу сажать новое семечко. Я бегу за тобой. Хочу видеть. У! Шлёп нога. Шлёп нога? А я на полку спрыгиваю. Так, и цветное семечко, знаешь, куда посадить? Ой, оно даже выглядит как цветное. Вот так вот. Здорово. Оно, а в руке оно у тебя было как цветное? Оно будет мигать, прям вообще мигающее будет семечко. Такое интересное. И знаешь, что я предлагаю? Давай в этой серии еще сделаем портал... Прилетел. Да? Че, гудит? Ну, чуть-чуть. Да. Сейчас тогда минут. У тебя форсун в кармане. Ладно, сейчас подождите. Капс опять в матрицу ушел. Это Капс чихнул. Будь здоров, Капси. Будь здоров. Мы бежим с тобой искать каменную кладку. Так, я запутался, где комната. Вот. Вот туда, да. Все, вот сюда. Сюда. Вот тут. И мы сейчас будем делать каменную кладку. Нам нужна любая каменная... Ну, вот ты опять заплетается, у меня язык уже. А, каменная кладка любого вида нужна. Хоть там не смогу склонить это слово. У меня есть. Замшливая. Вот так, я кладка. Обещал, вот я принес, берите это. Потом это. Еще вот это, еще печку я скрафтил. Пока был в шахте, скрафтил печку левой ногой. Просто все время добывал руду и параллельно крафтил. Так. Кекалки? Нам нужна каменная кладка. Каменная кладка. Сейчас все будет. А вот я жарю камень, пока. Давайте вы сложите, пока сделаете каменную кладку, а я. И ангел пока найдет паучий глаз. Да. Он где-то был. Я с них прибегал, может быть, даже он в моем сундуке лежит. Так, а я сейчас думаю бежать. Пора бежать. Сейчас как посажу... Такие, тин-тин-тин-тин. А ты и есть. Три паучьих глаза. Один надо? Один надо. Паучьих глаз и две палочки. Хорошо. Ну вот. Есть? Придется одно семечко сломать. Так, подождите, я хочу посмотреть. Каменные кирпичи откуда-то у меня. Что, с ведрами я сделаю? Я хочу посмотреть, что там вообще такое. Ау. Ну вот, смотри, это вот я из четырех ведер скрафтил вот такое вот семечко огненное. Посади его где-нибудь в углу, вот в этом, например. Ага, нормально. Так,
Давайте теперь паучий глаз мне. Две палочки. И каменную кладку. А хватит ли нам? 8, ну да, да. Да? Да? Точно. Ну ладно. Да, теперь да. Нам нужно придумать, где мы будем делать порталы в разные измерения. Тут очень-очень много измерений. Давайте, знаете где? Где? Продлим наш склад вон туда. И будем делать порталы справа-слева, справа-слева. Справа-слева. О, давайте. Ну давай. А когда будем выходить, будем всякий бред сюда скидывать. Очень удобно. Да, удобно. Давай тогда ломать. У меня ничего нет. Я рукой буду ломать. Рукой, давайте. Чак Норрис. Отдыхает. Я просто капс. А кирка у меня есть? Я кирку не доделал. Но я думаю, я уже это буду показывать в следующей серии. Сейчас мы выкопаем комнатку. Сделаем портал. Так, мне нужен верстак. Верстак. Скрафти. Так. Пойду-ка я проверю. Блин. То есть я буду один копать, да? Вот так вот решили. Ясно все. Капс. Чего? Нет, даже не надо. Ну как так? Ну почему нету верстаков? Я-то бы еще взял бы у них. Барт, у меня есть 4 доски, иди сюда. За Бартом глаз да глаз. Глаз да глаз. За ним камеры нужны. Посох, который крафтится на обычном верстаке. Угу. И можно делать портал. О, хорошая, удобная комната. Давайте вперед чуть-чуть еще будем выкапывать. Давайте. Чтобы удобно было. Капсик света. Есть. Света идет, сейчас притащу. Света? Не надо свету, кап. Сейчас притащу. Я слышал зомби. Мне кажется, наверху ночь, и там кричат зомби. Вот, и вот тут вот я уже портал буду делать. А там, а нет, там ничего нет. Вот так, да? Угу. Так, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три. Я потом украшу как-нибудь. Раз, два, три. Туда не будут вылезать? Раз, два, три. Где мне еще два блока взять? Пошел. Барт, Света притащил. Света будет смотреть. Капси, я думаю, там переплавилось, да? Ну да. Я придумал, можно вот тут взять, вот колонна есть, например. Нет, Барт, я сейчас притащу, но не надо. Ну ладно. Под конец первого сезона домик наш будет полуразрушенный такой. Только потому, что Барта заселили в гости. Вот в своем доме Барт никогда ничего не ломает. А тут вот очень классно, вообще мне нравится. Это все кап строил, что ли? Не, ну это очень много, это прям, не знаю, можно даже соседям порталы построить еще. Это мы вместе будем щедрыми, строили. Так, свет. Ангел, держи. Спасибо. Дайте я свету отодвину. Это кап со светой строил. Давай. Все? Да, так, чик-чик. Классно. Капс, давай в следующей серии это покажем. Блин. Всем пока-пока, с вами был Капс. Всем пока-пока. С вами был Ангел. Всем пока. Ну а как же меня, почему ты не называл? С вами был какой-то непонятный Барт, который ломает на весь дом.